можно считать открытым. Старт автопробега «Тотальное путешествие» начался с морской традиции. Впереди более 10 тысяч километров, ведь предстоит проехать всю Россию, от берегов Тихого океана до берегов Балтики. Участники второго в истории тотального автопробега посетят 27 городов, пересекут границу Российской Федерации и Европейского Союза. В планах – добраться до Таллина за 29 дней. Мы не знаем всего, что нас встретит в дороге, потому что никому из нас еще такого путешествия по суше не было возможности преодолеть. Но мы уверены, что в каждой точке нас ждут, в каждом городе, более 27 городов мы проедем, в каждом городе нас ждет команда тотального диктанта в этом городе. Конечно, дорога непредсказуема, случиться может все, что угодно, наверное, но мы всегда в тотальном диктанте справлялись со всеми трудностями, и с этим автопробегом мы тоже справимся на ура. Первый автопробег тотального диктанта состоялся в 2018 году и связал родину акции Новосибирск и первую избранную столицу диктанта – Владивосток. В этом году столицей проекта выбран эстонский Таллин, и автопробег «Тотальное путешествие» призван символически соединить столицу диктанта 2018 и хозяйку диктанта 2019 года. Таллин – это вообще самая крупная зарубежная площадка тотального диктанта. Среди зарубежных городов наибольшее количество людей пишет «Тотальный диктант» в Таллине. В этом году так получилось, что Таллин показал наиболее интересную презентацию. Таллин заинтересовал жюри больше, чем другие города, и поэтому в этом году столица в Таллине. На трех автомобилях в путешествие отправились организаторы тотального диктанта, блогеры и журналисты. В рамках автопробега в городах следования они проведут культурно-просветительские и научно-популярные акции, направленные на популяризацию грамотности. А 13 апреля более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Автором текста в этом году стал российский писатель Павел Басинский. Он подготовил не три, а четыре текста для разных часовых поясов. Четвертый прочтут для участников тотального диктанта на американском континенте. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.